здрасте, здрасте, нифига не крастер, но все-таки. И вот уже станок сам в автопроходе, работает, немножко опыта, полчаса примерно. Вот, так что DIY-щик пока очень даже начинающий. Ну вот, какой-то рез уже идет. Кстати, станок довольно тихий. Даже не ожидал. И небольшой. Вот на кухонном столе помещается. Потом мы еще вот по дереву, возможно, попробуем. Но это попозже. А пока вот удаляем резьбу со шпильки. Это гораздо дешевле, чем покупать заготовки, которые все равно, скорее всего, по первости я испорчу. Вот тут надо приподнять, чтобы резец не зацепился. Один резец я, кстати, уже ухайдонил. Вот, кажется... Ага, да, вот этот. Накладочку. Так, что у нас дальше? Ну, пожалуй... Ага. Снимаем пока где-то по 0,3 мм за проход. Включаем автоподачу, перемещаем к началу, опа, добавляем, так, 0,1, 0,2, 0,3, еще немножко, и, эпс, патрончик припал, включаем автоподачу, и пошло-поехало. Когда ж ты уже эта резьба-то срежешься? Что-то все никак. Ну да ладно. Ставьте лайк. Чем больше лайков, тем больше видосов. Ну пока на этом.